Эти дебаты не имеют права на жизнь. Об этом заявил кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин во время предвыборных дебатов на Первом канале 28 февраля. Он добавил, что их превратили в шоу. На дебатах с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия-1» кандидаты в президенты России Жириновский и Собчак устроили жесткую перепалку. Владимир Вольфович не стеснялся в выражениях, оскорбляя оппонента, а Ксения Анатольевна вылила на него стакан воды. Павел Грудинин назвал это действо настоящим балаганом, который оскорбляет миллионы российских телезрителей. Во время теледебатов на Первом канале Павел Грудинин подчеркнул, дебаты – это когда ты споришь с соперником. По его мнению, Центральная избирательная комиссия и центральные телеканалы не заинтересованы в том, чтобы кандидаты в президенты дебатировали в формате один на один. Они сделали из дебатов шоу. Именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы, потому что это балаган. Если вы собираетесь что-то изменить в этой ситуации, вы должны тогда принять наше предложение, сделать дебаты, а не вот это вот выстраивание всех и ваше интервью. Причем вы абсолютно уверены, я вам говорю, что вы фальсифицируете статистические данные. Россия находится в ужасном финансовом положении. У нас идет стагнация уже не один год. И дело даже не в санкциях, а в том, что именно власть сделала так, чтобы наша экономика была неконкурентоспособной. Правительство Российской Федерации давно должно выгнано быть президентом. Но до сих пор вот этот принцип, что плохие, но наши, свои. Поэтому я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь. И поэтому я покидаю эту студию, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы. Спасибо вам большое.